Денис, приветствую тебя. Привет всем. Очередной эфир сегодня по горячим следам очень важного, фундаментального события вчерашнего, данных по инфляции, которые, конечно же, еще больше усилили волатильность, как и ожидалось, собственно, на финансовых рынках. Ну и сейчас, друзья, мы видим, как хорошо отрабатывают, опять же, те идеи, которые ранее были анонсированы, идеи, которые предполагали правильную, логичную реакцию доллара на то, что инфляция выйдет высокой, правильную, логичную реакцию рынка драгоценных металлов и обвал главного валютного риска. То есть сегодня, я думаю, что в топе всех обсуждений евро-доллар, который тестирует паритетные значения, а в моменте, по-моему, прям как мы начали эфир, ну да, прям чисто паритет. Вот история на наших глазах, и у нас есть возможность с тобой документировать, скажем так, в видеоформате, что происходит, пытаясь определить, куда евро все-таки пойдет дальше. Я предлагаю тогда сегодня рассмотреть евро-доллар. Сегодня можно сделать акцент еще и на золото, потому что, конечно же, учитывая, что все говорят о мировой экономической рецессии, правильный вопрос, почему на этом фоне золото не растет? Учитывая, что во всех книжках экономической теории прописано, что золото – это тот самый инструмент, который должен пользоваться спросом в каждый период времени, когда есть такое понятие, как экономическая неопределенность. Можно также затронуть американский фондовый рынок, который сейчас раскачивается. Я думаю, что может снова возобновить мощный нисходящий тренд, опять же, в свете последнего отчета по инфляции. Давай начнем с меня, с пары евро-доллар. Сейчас погружу. Давай. Так, по поводу того, что мы видим в моменте. Евро-доллар, паритетное значение, уже третье попытка теста данного уровня за последние дни. И чем чаще это будет происходить, то есть выкупают и снова возвращаются, тем будет агрессивнее и жестче последующий пробой, который может привести к обвалу пары евро-доллар на фигуру, возможно, даже больше. Ну, это уже проверено временем. Неоднократно мы видели, как ломаются важные уровни поддержки и сопротивления. И на импульсном рывке, конечно же, активы проходят довольно-таки широкий диапазон движения. Евро поджимают, потому что, ну, все плохо в буквальном смысле. Если оценивать экономические перспективы еврозоны, то тут можно тушить свет. И так все было плохо, учитывая показатели инфляции, низкие значения потребительской активности, затухающий промышленный сектор, там, сфера услуг. А сейчас еще вот эти усиливающиеся спекуляции на тему потенциального сокращения газовых поставок в Европу, если, например, Россия примет решение не возобновить работу Северного потока. Напомню, что через 6 дней истекает вот период технического обслуживания, и что будет после – никто не знает. Кстати говоря, следующий эфир наш с тобой как раз выпадает на тот самый момент, когда на рынок придет осознание, поставляется ли снова газ в Европу или нет. Я думаю, что можно рассматривать все сценарии, но большая часть из них будет предполагать, с одной стороны, либо ограничение поставок, либо вовсе вот этот холд газопровода на неопределенный вот период времени. Поэтому сейчас, вот сколько я посмотрел заголовков и видел комментариев в разных телеграм-каналах, ожидают скачок цен на газ в 2-3 раза. И это по мере, конечно же, наступления осенне зимнего сезона, когда априори из-за сезонного характера цены на топливо растут. Но если сейчас этот рост будет еще опираться на форс-мажор, связанный с ограничением поставок, то тогда, конечно же, инфляция в еврозоне превысит 10%, о чем я тоже неоднократно говорил, я допускаю, что это реальный сценарий, и экономика уйдет в рецессию или, как говорят, стагфляцию на долгие годы. Поэтому евро снижается на удручающей фундаментальной макроэкономической картине, евро снижается из-за аналитического кризиса, ну и евро, конечно же, снижается, потому что растет индекс доллара, с которым пара евро-доллара всегда коррелирует. Индекс американской валюты остается на многолетних максимумах, и я думаю, что даже 108 пунктов, которые мы видим сейчас по индексу доллара, это еще не предел, потому что через почти две недели, ну даже чуть меньше, состоится заседание американского регулятора, и после вчерашних данных по инфляции я допускаю, что ставка Федрезерва может быть повышена сразу на 100 базисных пунктов. На этом фоне риску придется еще больнее.
Поэтому что делать сейчас? Я бы тем, кто готов рискнуть, рекомендовал смотреть прямо за текущими уровнями. Думаю, что этот уровень поддержки в итоге не выстоит в ближайшие дни. И какой-то там тест уверенный, закрепление пары и пробой, проход там на 100-150 пунктов мы еще реально можем увидеть. Возможно, даже до следующего нашего с тобой эфира. Поэтому рекомендую шортить с тейк-профитом на отметке 0.9850. Я, признаться, Денис, не думал, что увижу условия, при которых европейская валюта будет дешевле доллара. Но сейчас новостной фон такой, что позволяет нам наблюдать за тем, как реально вершится история. Это хорошо, потому что мы все своего рода, скажем, без какого-то негативного акцента на слово, мы все спекулянты. И чем выше вот эта волатильность на финансовых рынках, тем, конечно же, интереснее. Так, что касается золота, здесь у меня идея основана на том, что золото априори сейчас аутсайдер, потому что золото не может расти на укрепление курса американского доллара, на повышение доходности американских облигаций. Сегодня с открытия дня мы видим, что доходности 10-летних трежерис выросли на 1,5%, и сейчас снова в районе 3%. Поскольку инфляция сильно выросла и достигла максимума за 41 год, инфляция в США 9,1%, как я уже отметил, Федрезерву придется действовать более агрессивно в плане ставки и ее повышения. И рост ставки в конечном счете будет тащить за собой доходность американских облигаций. Золото не приносит ни процентного, ни купонного дохода, поэтому, когда растут трежери, самые надежные финансовые активы, золото совершенно неинтересно институциональным инвесторам, потому что на нем невозможно заработать в таких условиях. И я делаю свою традиционную отсылку, когда есть возможность сделать на индекс рыночных настроений, который доступен каждому клиенту компании Markets. Сейчас этот индекс, даже не сейчас, а уже не первую неделю, подчеркивает факт того, что все, подавляющая часть трейдеров, вот толпа, скажем, золото покупают, потому что считают, что дно уже достигнуто, и рынок каждый раз переписывает все новые и новые локальные минимумы. Поэтому по золоту я привержен своей прежней цели. Это тест 1700 долларов за тройскую унцию. Но допускаю, что золото может легко провалиться до 1680 уже, опять же, сегодня-завтра. Вот как бы в качестве дополнительного интереса к тому, что можно заработать в оставшиеся 2 дня этой недели. И американский фондовый рынок 3780 пунктов. Ждем пробоя 3750 и, возможно, уход в район 3500. Трудно будет американскому фондовому рынку, я бы даже сказал, почти невозможно вырасти на таких значениях инфляции. Не стоит забывать, что инфляция – это особенно 9-процентная ковровая дорога к рецессии, потому что на фоне таких значений индекса потребительских цен продолжат снижаться заработные платы, продолжит сокращаться потребительская активность, поскольку все будут уходить в режим экономии. А поскольку еще и ФРС повышает процентные ставки, это, конечно же, усилит долговое бремя для закредитованного населения и станет причиной еще большей экономии. Я думаю, Денис, что к концу этого года американская экономика, точнее, она уже оказалась в рецессии по итогам первых 2 кварталов, а в конце этого года темпы ее роста могут сократиться до 1 или даже до 0,5%. Вот тут, конечно же, панде в таких условиях находиться будет не совсем верным и стратегически обоснованным решением. Поэтому я рекомендую шортить смело и допускать провалы S&P еще процентов на 10. Слово тебе. Так, отлично. Сейчас. Все, мой экран уже должен быть виден. Значит, парочку буквально слов по поводу, ты говоришь, что вот сейчас исторический момент, знаешь, почему-то вспомнилось одно из выражений «надоело жить на страницах истории». Вот это, пожалуй, тот самый наш случай, что-то слишком много событий, как и экономических, так и социальных, произошло в 2022 году, и да, евро не стало исключением. Причем, знаешь, я тебе вот скажу, последние где-то 1,5 недели я даже по валютам новых сделок вообще не открываю. По причине того, что те
коррекции, которые у нас проходят, особенно вот по евро, они настолько мелкие, то есть у меня вот с позиции, например, более позиционного тренинга, здесь даже нет какого-то интересного места, чтобы войти в рынок. Вот вчера, например, на росте, локальный был рост, хороший объем вкинули, здесь и по футпринту очень неплохо тоже внизу, вот здесь вот разобрали. То есть, ну, все как бы было сделано, но при этом коррекция получилась, ну, реально очень слабая. Я рассчитывал там хотя бы 0,160, может 0,2 даже попытаются дойти. То есть это было бы нормально, вполне себе такая средненькая коррекция. Получилось в итоге вообще, честно, ни о чем абсолютно. Угу. Я лично склоняюсь к варианту, что у нас движение основное вниз будет продолжено. Чем больше цена ударяется об уровень, тем больше вероятности того, что она в итоге его пробьет. То есть, ну, по принципу, как лупить отбойным молотком по стене, рано или поздно эта стена все-таки рухнет. Вот то же самое, пожалуй, и по финансовому рынку. Поэтому я для себя поставил вот уровень. Это не ценовой уровень, это скорее с позиции опционов, то есть там, где основные вливания происходили, в районе 0,9860. Я думаю, что попытаются этот уровень все-таки взять. Единственный только вопрос, откуда входить. Входить на фактически исторических минимумах на продажу, ну, тоже не хочется, потому что, ну, это не та тактика, которая будет выигрышна, во всяком случае, потому что внутренние откаты все равно замучают. При более глубокой коррекции, ну да, хотелось бы, но теперь уже после вчерашнего выброса вопрос в том, насколько глубоко будет, если вообще пойдут локально вверх. Поэтому я пока вот целюсь 98.60, там есть, естественно, и более сильный уровень, то есть стратегически гораздо более сильный, находится в районе 0.96. И это уже скорее как, ну, долгосрочные цели. Пока что 98.60 целюсь, а там уже буду смотреть, если цена туда дойдет, то, возможно, там какой-то внутренний отскок у нас сделают. Значит, по поводу золота. По золоту вчера тоже выброс был неплохой. Здесь опять-таки больше опционные блочные конструкции были сделаны, но мне не понравилось то, что не было дальнейшей реакции. То есть вверху я продавать готов был только от зоны продавцов, потому что все, что внутреннее, это все распиливание. Здесь даже элементарно не за что зацепиться было нормально. Вот. Там, ну, пожалуй, за исключением профиля. Вот если раскинуть, это вот единственное, это рейтинговый объем профиля был. Все. То есть больше там не было ничего абсолютно. И по факту цена отвалилась. То есть там ни объемов не было вверху, абсолютная пустота. Основные объемы находились у нас внизу, вот на этой свече падающей, то есть в районе 1712 уровень. Здесь крупный торчит у нас бит, то есть эта работа была по лимитами. Я думаю, что цена все-таки пройдет ниже, в район 1670-1680, а отсюда уже более глубокое у нас наступит коррекционное движение. Я не говорю там громко по поводу там разворотов сильных и так далее, но уровни там реально очень крупные, очень значимые, причем они еще с дневных графиков. То есть если на дневке посмотреть, то у нас вот видно, откуда взяты эти уровни, то есть вот такое сочетание стратегической поддержки. И вот откуда у нас был вчерашний ближайший отскок, то есть тоже локальный уровень у нас здесь есть, но я не думаю, что от него серьезный разворот в итоге нам дадут. В общем, я за добой по золоту вниз. И по поводу фонды, значит, S&P 500 я с тобой полностью поддерживаю, и это пока что единственный инструмент, который действительно показал какие-то интересные моменты для продаж, потому что здесь вообще у меня формально были продажи еще с прошлой недели с 3910. Вот. Но так как это был вечер пятницы, поэтому я решил их закрыть, там небольшой плюс. И понедельник показал нам вот буквально такое вот снижение, и потом добой вниз. Поэтому пришлось заходить уже от внутренней коррекции. Вчера цена еще раз тестировала. Я целюсь в район, самая первая зона, ну, скажем, как уровень в район 3600, но на самом деле я думаю, что где-то даже к 3500 цена может спуститься, потому что здесь очень хороший стратегический диапазон, и по опционам здесь начинается уже крупное вливание как раз в районе 3530 и ниже. Плюс нижняя граница находится сейчас в районе 3500. В общем, я думаю, что где-то 3500 цена все-таки зацепит, но предварительно еще немножко нас такими выбросами помучают, как вчера это, например, было сделано, и дальше все равно вниз. Поэтому фонда полностью на все 100%. Согласен, что S&P 500, что NASDAQ, они абсолютно одинаково выглядят в этом плане на продолжение продаж. Ну, собственно, как и основные валюты, в принципе, то же самое вместе с золотом.
Спасибо, Денис, за твои сделки, рекомендации. Ну, в принципе, мы сейчас с тобой, как и всегда, в подавляющей части смотрим в одном направлении. Ждем, когда рынок достигнет уже прям сверху тех прибыльных уровней, которые были обозначены. Тенденции определены. Я думаю, что при таком новостном фоне можно ждать сохранения тенденций слабости фондового рынка, евро и золота сегодня, завтра уж точно. И допускаю, что к следующему эфиру, к следующему четвергу, возможно, будем говорить уже о евро-долларе не в районе паритета, а существенно ниже. И вот эти паритетные значения уже будут в истории. Спасибо тебе, Денис, еще раз за твои сделки, тебе классного закрытия недели и хороших выходных. Да, спасибо тебе также. А по поводу евро-доллара, знаешь, мне кажется, скоро мы будем говорить не евро-доллар, а доллар-евро. Уже немножко концепция поменяется. Ну, в историческое время на страницах книги истории живем. Спасибо тебе еще раз. До связи. Пока. Да, взаимно. До связи, друзья. Всем пока-пока.